лет я рисую разные игры и картины. Картины есть в мрачном, депрессивном стиле, их сотни. Уже, ну, лет 10 рисую, пишу, рисую. Есть в стиле классическом, пейзажные работы, есть автопортреты, абстрактные, в разных стилях, на разных материалах, на самых разнообразных. Есть стрит-арт работы, за которые на меня нападали. Есть видео на ютубе, введите мой ютуб-канал. Вот так и называется: Александр Алёнин, Тихон Мышкин. И также я рисую игры. На компьютере рисую, но я не программист. Значит, сейчас я покажу игры по StarCraft, стратегии. Там смешано StarCraft, Rise of Legends и Castle Fight на основе Warcraft. Это когда два замка, там строятся здания, и юниты сами выходят атаковать. Вот, например, средневековый город. Это просто схематично. Вот из последнего. Это подземный город Муравьев. Сейчас объясню подробнее.